Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о музее Олимпии и, по-моему, музей в Афинах. Все фото предоставлены от Оли Израиль, пользователя на Facebook. И, конечно, так как я сам эти музеи посетить не могу, думаю, и интересно и мне, и всем людям будет посмотреть, что находится в запасниках этих музеев. Там есть интересные статуи древних идолов. Где-то, согласно официальной версии, где-то 1400-1600 годов до нашей эры, и даже есть более древние идолы. Есть интересные бронзовые фигурки и много-много всякого разного. Еще раз повторю, все фото предоставлены от Оли Израиль, два музея в Греции. Все остальное вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Thank you.
Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.